Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о совместимости Тельца с каждым знаком зодиака. Прошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и поставить лайк этому видео, а в комментариях написать, кто вы по знаку зодиака. Женщина-телец, мужчина-овен. Овен является крайне активной и нуждающейся в постоянной смене событий личностью, а телец же, напротив, постоянен и спокоен. Изначально Овен стремится добиться расположения Тельца, но столкнувшись с глубоким спокойствием партнера, начинает охладевать. Овну необходимо научиться ценить надежность и заботу Тельца, его мудрые советы и надежную опору в трудных ситуациях, потому что именно Телец сумеет подсказать нетерпеливому Овну, в каком направлении ему необходимо двигаться для достижения своих целей и хороших результатов. Одновременно с этим Овен помогает Тельцу стать более оптимистичным и жизнерадостным. В тандеме Овен-Телец первый должен превратиться в добытчика и защитника, а Телец взять под покровительство дом и семью. При таком распределении обязанностей, где Овен будет реализоваться, при этом полностью обеспечивая потребности Тельца, пара будет существовать долго и счастливо. Безусловно, при таком распределении обязанностей совместимость пары мужчина-Овен-женщина-Телец можно назвать вполне хорошей. У этой пары много плохосовместимых противоположностей. Телец склонен к размеренной жизни и, скорее всего, плохо воспримет энтузиазм Овна и его склонность к экспериментам. Овна же просто не хватит терпения на то, чтобы преодолеть сдержанность своего партнера, его прохладное отношение к чувственным радостям. Если Овен начнет поиски разнообразия на стороне, то столкнется с резким неприятием Тельца, и в этом случае брак практически обречен на разрыв. Овну очень трудно сохранить свое влечение в тайне от трезвомыслящего Тельца. Женщина-телец, мужчина-телец. Важную роль в жизни Тельцов играет материальное благополучие, поэтому они полностью отдаются работе. После работы Телец предпочитает провести вечер в уютной домашней обстановке. Пожалуй, он бы и вовсе никогда не выбирался из своего гнездышка, если бы не представилась такая возможность. Семья для Тельцов – главная ценность, семья превыше всего. Тельцы не любят перемен, любят порядок и устоявшееся расписание дня. Даже в случае потери чувств одного партнера к другому, Телец никогда не станет ничего менять в силу своего неприятия перемен. Отношения двух тельцов, как правило, строятся на привычке, со временем превращаясь в партнерские, практически братские отношения. Два тельца хорошо ладят и не напрягают друг друга. Какой тогда смысл что-то менять? Если в паре двух тельцов происходит конфликт, то перемирие происходит с трудом. Ни один из упрямцев не хочет сделать первый шаг на путь к примирению. Между тем, телец способен глубоко анализировать собственные ошибки, и в случае осознания им за собой вины, он способен покаяться и попросить прощения. Отношения двух тельцов вряд ли будут безоблачными и гармоничными. Женщина обычно романтик, а мужчина более приземленная натура. Он не прочь иногда пофлиртовать с другими женщинами, а она не станет терпеть обмана и невнимания к себе. Связь может быть довольно приятной, но длительные отношения получаются конфликтными. Для сохранения отношений требуется готовность к компромиссам, в значительной мере со стороны мужчины. Телец и рак. Совместимость знаков Телец и рак очень высока. Это два романтичных знака, любящий домашний уют и ценящих семейные традиции. Рак будет восхищен преданностью Тельца, его способностью создавать спокойную обстановку и комфорт. Телец будет ценить деловые качества рака, а также его эмоциональность. В целом пара телец-рак очень гармонична. Поколебать спокойствие этой идиллии могут только затаенные обиды и нерешенные проблемы, которые после высвобождения повлекут за собой негативные эмоции и скандал. Телец-женщина, рак-мужчина. Оптимальным вариантом для союза телец и рак будет, если главенствующую роль в паре займет рак. Поэтому совместимость тельца-женщины и рака-мужчины можно назвать очень хорошей. Рак-мужчина разукрасит жизнь тельца-женщины яркими красками, наполнит их эмоциями и увлечет свою возлюбленную за собой. Телец-женщина с радостью подхватит его инициативу, и они счастливо прошагают плечом к плечу на протяжении всей жизни. Очень гармоничная, хорошо совместимая пара, переменчивый рак-романтик и надежный телец, который вызывает у партнера чувство огромного доверия. При этом оба способны разбудить страсть друг в друге. В этом случае перспективы у пары самые благоприятные. Долгая интересная связь и, возможно, очень благополучный брак. Телец и близнецы.
С самого начала развитие отношений пары Телец и Близнецы протекают сложно. Близнецы стремятся реализовать свои амбиции, невзирая на недовольство партнера. Телец вынужден привыкать к нелюбимым им переменам, подстраиваться под бурный темп жизни близнецов. Между знаками происходит борьба, их разрывают противоречия. Тельца будет раздражать непостоянство близнецов, их погоня за яркими эмоциями и впечатлениями. Близнецы будут нервничать из-за холодного спокойствия Тельца и из-за его упрямства. Несмотря на все невзгоды, Тельцы будут полезны многочисленные связи партнера, его живой ум и подвижность. Это сможет подтолкнуть засидевшегося на месте Тельца каким-либо, хоть возможно незначительным переменам. Совместимость Телец-женщина, Близнецы-мужчина. Совместимость пары Телец-женщина-близнецы-мужчина не совсем безнадежна. Если женщина-телец примет своего партнера таким, какой он есть, будет смотреть сквозь пальцы на выходки своего партнера, а он будет давать немало поводов для ревности и скандалов своей чрезмерной общительностью и стремлением поглотить как можно больше впечатлений, сможет предоставить ему свободу и будет участвовать во всех мероприятиях со своим любимым, то в этом случае у пары есть большой шанс построить прочные и длительные отношения. Это очень проблемная пара. Многоликие близнецы и консервативный неторопливый телец. Они привлекут внимание друг друга как раз своими противоположными качествами. Однако не факт, что им удастся ужиться вместе. Вряд ли эта пара будет гармонична. Близнецов рано или поздно начнет раздражать консерватизм тельца, а тогда трений и возможных недовольств не избежать. Телец и лев. Совместимость льва и тельца далека от идеала, так как это два противоположных по мировосприятию знака. Телец отличается упрямством, а лев – эгоцентризмом. Изначально именно самодостаточность льва и будет привлекательной для тельца. Но для льва телец слишком мягок и нерешителен. В результате могут возникнуть упреки в сторону тельца об его мягкотелость и медлительности. А на льва повалятся шишки за его корыстность и эгоистичность. Даже в браке по расчету отношения между партнерами всегда будут на грани разрыва. Телец-женщина, лев-мужчина. О совместимости пары телец-женщина-лев-мужчина можно сказать, что у нее есть шансы на успешное существование двух противоположностей. Лев-мужчина склонен к изменам, что тяжело будет переживаться тельцом, и такой роман будет очень болезненно протекать для слабой половинки. Женщине-тельцу необходимо включать все свое женское обаяние и хитрость, стараться уделять своему партнеру максимальное количество внимания и тепла, чтобы у того не возникло желания искать утешения за пределами дома. Отношения в этой паре будут складываться сложно, возможно, взаимное непонимание. Тельцу придется мириться с тем, что лев будет ждать от партнера постоянного выражения признания своей значимости. Сдержанному тельцу не просто оправдать ожидания льва. Для него такие ожидания могут показаться забавной причудой. Лев будет стремиться доминировать. Если телец согласен на все это, связь вполне может продлиться долго. Телец и дева. Совместимость тельца и девы очень высока, особенно в случае, когда телец будет исполнять роль идеолога, а дева выступит в качестве исполнителя. Телец всегда знает, в каком направлении необходимо двигаться, а дева осознает это интуитивно. Для девы телец будет исполнять роль наставника, благодаря которому она начнет духовно расти и совершенствоваться. И телец и дева очень трудолюбивы и исполнительны. Это два конструктивных знака, любящих порядок во всем. Эта парочка имеет общие вкусы, мировосприятие и взгляд на жизнь. Телец и дева будут стойко переносить различные невзгоды и проблемы, поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях. Но стоит отметить, что из-за своей прагматичности пара телец-дева рискует вместо уютного семейного гнездышка построить скучную серую крепость. После появления детей союз телец и девы укрепится еще сильнее. Оба родителя будут с удовольствием проводить свободное время в семейном кругу, наслаждаясь общением с близкими людьми. Если между партнерами случится конфликт, то дева, как правило, без проблем идет на примирение, что очень благотворно сказывается на отношениях, так как размолвки не смогут поколебать семейное счастье. Можно сказать, что совместимость и пары телец-мужчина-дева-женщина и союза телец-женщина-дева-мужчина равнозначна. По большинству критериев союз тельца и девы практически идеален.
Партнерам только необходимо немного постараться внести в свою жизнь немного разнообразия и красок, чтобы не превратить совместное проживание в рутину. Телец и Весы. Совместимость знаков Телец и Весы не самая идеальная. Тем не менее, партнеры хорошо дополняют друг друга и чувствуют себя комфортно друг с другом. Весы стремятся быть успешным в обществе, а Телец способен пробить этот путь к успеху. Оба знака любят жить красиво и со вкусом, поэтому будут максимально выкладываться для достижения своей совместной цели. Одновременно с тем, Тельцу не очень по душе стиль жизни Весов, их переменчивость. Телец искренен и, несмотря на свое спокойствие, способен на проявление сильных эмоций. Весы же холодные и отстраненные, не всегда понимают горячность Тельца в отношениях. Телец – женщина, Весы – мужчина. Хорошая совместимость знаков будет наблюдаться в паре Телец – женщина, Весы – мужчина. В таком союзе женщина-телец будет жить интересами мужчины-весов, либо мужчина будет помогать своей супруге в семейной жизни, в карьере. Оба партнера характеризуются сочетанием настойчивости и способности идти на компромисс. Поэтому телец, скорее всего, возьмет на себя развитие аспекта отношений, а весы принесут в них эмоциональную теплоту. Эти люди могут дополнять друг друга почти идеально. Возможен длительный и прочный союз, гармонично и отличная совместимая пара. Телец и Скорпион. Совместимость знаков Телец и Скорпион неоднозначна. С одной стороны, она хороша, но совершенно противоположна по жизненным принципам. В таком союзе долгосрочные и счастливые взаимные отношения возможны, но будет зависеть от жизненных приоритетов партнеров, к чему они стремятся по жизни, насколько они способны приспособиться друг к другу. Телец стабилен и спокоен. Скорпион стремится к разнообразию и новым впечатлениям. Ярко выраженный Скорпион не способен на длительные и серьезные отношения. Его неусидчивость и стремление поглотить как можно больше впечатлений будет восприниматься Тельцом в штыки. Телец – женщина, Скорпион – мужчина. Они чувственны, стремятся к физическому проявлению своих эмоций, поэтому активны. Скорпион может в полной мере удовлетворить желания своей партнерши, но для длительных отношений в такой паре должна будет присутствовать и другая общность интересов. В противном случае, после угасания страстей, пары рискуют разойтись по разным берегам. Прежде всего, объединяющим элементом в этой паре будет страсть и склонность к постоянству. Однако некоторые плохо совместимые особенности характеров, упрямство Тельца, вспыльчивость Скорпиона и так далее, гарантируют постоянное наличие поводов для конфликтов. Результат зависит от того, насколько партнеры будут терпимы по отношению друг к другу. Телец и Стрелец. В паре Телец и Стрелец совместимость партнеров равна нулю. Это два совершенно противоположных знака по всему, начиная от взглядов на жизнь и заканчивая вкусовыми предпочтениями. Телец любит стабильность и спокойствие, а Стрелец, ветреный, находится в постоянном поиске приключений. Если все же пара рискнет отстаивать свои чувства и будет стремиться к продолжительным отношениям, то партнерам придется сразу же договориться о распределении ролей и обязанностей. Телец – женщина, Стрелец – мужчина. Совместимость тандема Телец – женщина, Стрелец – мужчина далека от идеала. Стрелец является настоящим Казановой, он неотразим, пользуется популярностью у женщин, но при этом ни с кем не завязывает длительных отношений. Женщине-тельцу необходимо помнить, что уж если ей удалось заполучить мужчину-стрельца, то он на самом деле всем сердцем отдан ей одной. Женщина должна дать возможность стрельцу сверкать и дальше. При этом она же должна взвалить на свои плечи заботу о доме. Поэтому мало какая пара выдержит такой дисбаланс сил. Консерватизм и инстинкт собственника, присущий Тельцу, плохо сочетается со свободолюбием Стрельца. При этом страсть в такой паре складывается достаточно хорошо, однако Телец не потерпит весьма вероятной неверности Стрельца. Телец и Козерог. Совместимости Тельца и Козерога могут позавидовать все другие знаки. Телец и Козерог – оба очень ответственные знаки, и они не могут себе позволить потерять такого замечательного партнера. Телец покорит Козерога своей верностью и спокойствием, а Козерог удивит своей честностью и реалистичным взглядом на жизнь. Для Козерога Телец будет являться учителем и наставником, а Козерог сумеет наполнить инертную жизнь Тельца красками и воодушевлением.
Возможно, кто-нибудь может сказать, что в отношениях этих двоих не хватает эмоций и романтики. Но их спокойная, прозаичная жизнь будет куда более богата духовно и здорово эмоционально, чем бурлящие страстями романы. Совместимость любого союза телец-женщина-козерог-мужчина и телец-мужчина-козерог-женщина будет прекрасна. Козерога будет нравиться неторопливость тельца, его рассудительность, безмятежность. Козерог всегда ищет признания и одобрения. Отношения такой пары будут основаны, скорее всего, не на романтических чувствах, а на обоюдном стремлении к партнерству и сходстве темперамента. В повседневном общении тельцу наверняка не по душе придется скрытность козерога, а последнему настойчивое желание партнера залезть ему в душу. Со временем козерог станет больше доверять тельцу, и эта проблема может решиться сама собой, и отношения пары станут очень гармоничными. Телец и водолей. Совместимость пары телец и водолей не идеальна, но между ними есть какая-то искра и магнетизм. Телец ценит стабильность, боится перемен, а водолей обожает перемены и любит принимать решения, особенно не посоветовавшись со своей половиной, и вовлекая ее при этом в новую авантюру. Несмотря на всю кажущуюся противоречивость отношений между тельцом и водолеем, благодаря возможностям предвидеть некоторые события и замечать хорошие перспективы, водолей способен направить тельца в нужное для них обоих русло. Благодаря упорству и трудолюбию тельца и развитой интуиции водолея, они смогут добиться многого. Телец – женщина, водолей – мужчина. В отношениях между тельцом – женщиной и водолеем – мужчиной водолею необходимо несколько притормозить и дать время тельцу на обдумывание. Женщине-тельцу свойственно долгое привыкание к партнеру, а тем более ей необходимо адаптироваться к непредсказуемому водолею. После прохождения испытательного срока, когда телец женщина и водолей-мужчина могут назвать себя парой, то совместимость в таком случае будет очень даже неплохой. Телец и рыбы. Совместимость тельца и рыб не так уж и хороша. Между ними пропасть в оценках и реакциях на происходящее. Тельца заинтригует сложный внутренний мир рыб, а рыбы нуждаются в постоянной опеке и любви, в домашнем уюте и в возможности утешиться и вкусно покушать в теплой домашней обстановке, что телец с огромным удовольствием и предоставит. Телец и рыбы схожи в духовном плане, но взгляд на материальную сторону жизни у них различен, а потому ссоры на почве финансовых вопросов между ними неизбежны. Совместимость пар телец-мужчины-рыбы-женщина или телец-женщина-рыбы-мужчина равнозначна. Здесь не играет особой роли, кому лучше быть лидером или подчиненным. Эти знаки прекрасно совместимы в отношениях, благодаря чему будут сглажены остальные острые углы и конфликты. Разрушить отношения может чрезмерная таинственность и недосказанность рыб, что телец может трактовать как супружескую неверность и распалить в своем сердце ревность и массу подозрений. Если рыбы не смогут открыто ответить на интересующие тельца вопросы, то он просто изведется на ревность и, возможно, назло партнеру доведет отношения на стороне. Для гармоничных отношений в паре телец и рыбы, тельцу необходимо понять, что склонность рыб к уединению и тайнам вовсе не означает ни любовь к нему и романа на стороне. Нужно просто дать возможность рыбам на время уединиться, чтобы те возвращались одухотворенные и счастливые. Рыбам же нужно стать более открытыми, довериться тельцу, поверить в его надежность и опору в любой ситуации, постараться не замыкаться в себе в сложных жизненных ситуациях, а поделиться проблемами с тельцом, от чего обоим будет только лучше. Телец-женщина, рыбы-мужчина. Для обоих партнеров важна страсть. Рыбы обладают живым темпераментом, а телец значительно более сдержан, консервативен и обстоятелен. Если он сможет проявить настойчивость и достаточное терпение в общении с рыбами, то многого достигнет. Успех гармонии такой пары зависит от тельца. В общении вряд ли возникнут серьезные проблемы. Существуют неплохие перспективы для длительных отношений.